Привет! Сегодня на канале CatCat я вам покажу мои две кошки, но сперва у нас будет маленький урок. Я же вам еще говорила, что я знаю три языка. Русский, английский и французский. И я чуть-чуть знаю испанского. Значит, как кошка по-английски, это cat, C-A-T. А по-французски это chat, C-H-A-T, chat. И по-испански это gato. Значит, это был наш маленький урок про кошек. Сегодня я еду в лагерь, значит, всю вот эту неделю не будет никаких выпусков. Но, когда я приеду, будет много видео, потому что я там заснимаю все активности, где я живу, и будет очень хорошее видео, значит. Вот это моя кошка Мурчелла. Она Scottish Fold, и ей 2 года. Она очень хорошая кошка, она никогда практически не кусается или царапается. И ее цвет — это подгорелая кошка. Ее так называют, потому что, если вы на нее посмотрите, она чуть белая под черным. И да, вот эта порода кошек, у нее ушки очень, они прижаты вместе, и они маленькие такие, и у нее оранжевые глаза, и вот этот тип кошек, у них оранжевые или зеленые глаза, иногда желтые глаза. Значит, вот это моя вторая кошка, ее зовут Нелика. Ей 8 лет, и она у нас старушка в нашей семье. Она British Shorthair, color point. У нее такой цвет, он белый-серый цвет. И она не очень такая игривая, она не любит нашу вторую кошку, потому что она думает, что мы ее променяли. И она очень никогда недовольна. Значит, когда ты ее берешь на руки или гладишь, она мявкает, но никогда не царапается. Here we go.